На перерасчет оплаты за тепло могут рассчитывать только те, у кого официально составлен акт о ненормативной температуре в квартире. Жителям нужно было вовремя обращаться в свои управляющие организации. За январь 4700, за февраль 6200. Житель московского района Юрий Йоффе уже получил ответ из прокуратуры, что сумма корректная. Однако все равно недоумевает. Еще в начале отопительного периода не все батареи были исправны. У меня, например, в детской было холодно, мы всю зиму используем электрический обогреватель. Управляющей компанией в доме Юрия является жилкомсервис номер 2. Нас уверили, что ни в 2015, ни в январе 2016 не получали от жильца просьбы обследовать или починить батареи в квартире. А делать это было нужно хотя бы ради официальной бумаги. Тогда наши специалисты уже технически выходят в квартиру, замеряют температуру, оформляют акт. И если только температура ниже 18 градусов, то в априори перерасчет должен быть. Но такого не было никогда. Напомню, в январе теплоотпуск по сравнению с декабрем повысился почти на 90%. Самые большие суммы в квитанциях по московскому району получили жители Сталинок и домов на Кузнецовской и Благодатной.